Как? Не туда куда-то. Что не туда куда-то? Смотри, пушка. Офигеть. Это какой-то памятник. Вот это и развилка дорог этих. Интересно. Да, и эта дорога, она куда-то так ведет. Не пойми как. Ты посмотри, какие здесь ходы для воды сделаны. Господи, варан. Смотри, как он улепетывает, а. Фига такая балда большая. Да. Страшно. Эта штука, она какими-то загогулями. Эта дорога. Интересно. Вот у них так сделано. Боковина. Залито все цементом, и трубы, и туда вода. И вся она сюда потом стекается. Здесь такая чистая вода идет. Классно. Она потом как-то вниз идет, потом вверх поднимается. На всякую, потом уже только вниз. То есть мы просто идем по системе водоразлива, или как сказать. Здесь так тихо. Нетронутые леса. Это, конечно, необычное ощущение. Здесь классно. Не писали, а что будет, если она выходит на завод, через который не пройти. Пойдем. Дождь тут начинается. Но здесь, говорят, очень редкость дожди. А я не думаю, наверное, что будет долго или как-то. Да. Где такое еще увидишь? Дождь пошел. Смотрите, какие нетронутые леса. А зачем тебе пакеты? Это такая вот система. Слушай, так необычно. Нетронутая природа. А здесь... Здесь вода-то дальше течет. Да, она все так течет, прикиньте. Чистая вода. Даже охладиться можно. А там какой варан живет. Не знаю, типа сказали, здесь редко дожди, но, по-моему, они достаточно здесь сейчас. Смотри, как. Вот там вот море. Да, дождь здесь идет. Начался дождь. Мы тут по дереву залипли. Но это просто жесть, конечно.
Ну как-то выберемся. Ну, по всей видимости, все мокрые будем. Жаль.